Дуга Струвы представляет собой сеть из 265 пунктов каменных кубов, длина, ширина и высота которых составляет 2 метра, расположенных в определенной последовательности на протяжении 2820 километров и пересекает с севера на юг 10 государств. Ученый-геодезист и путешественник Василий Яковлевич Струва, чьим именем и назван этот объект, потратил 40 лет, чтобы провести исследование и доказать, что форма Земли не шар, а близка к эллипсоиду. В 1812 году Василий Яковлевич Струва проводил съемку от Черного моря до Балтийского моря вдоль меридианы. Цель была того, что путем триангуляции доказано было, что Земля имеет сплюснутую в полюсах форму. Таких знаков у нас в районе осталось 3. Это Лясковичи, Щекотск, потом название Чукотск и Осовница. Сегодня подобное измерение проводится не в пример легче и быстрее. Тогда ученым приходилось практически с линейкой следовать по всей территории. Отсюда и такой большой срок экспедиции. Но вот что действительно поражает, так это точность. Сегодня можно смело утверждать, что если в расчетах ученых тогда и была погрешность, то в масштабах земного шара очень незначительная. Когда известен был замер между знаком Щукотск и Осовница, это примерно 12 километров по прямой, и сняли в настоящее время при помощи современной съемки, GPS-съемки, то разница в промере расстояния казалась 5 сантиметров. В настоящее время пункты дуги можно найти на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Все эти страны 28 января 2004 года обратились в Комитет ЮНЕСКО по всемирному наследию с предложением об утверждении оставшихся 34 пунктов дуги Струвы в качестве памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году это предложение было принято. Хотя сегодня дуга Струвы – памятник и объект историко-культурного наследия, нельзя не отметить, что именно те исследования – одно из важнейших событий в развитии мировой астрономии, геодезии и географии. Это измерение стало составной частью фундамента сегодняшнего знания о метрике освоенного пространства Земли, ближнего космоса и Вселенной, и лежит у истоков современной геодезии и геоинформационного обеспечения. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.